Вернуться к пещере! Скорей! Живо, живо! Держитесь вместе! Грук, да что с тобой? Мы погибнем, если останемся здесь! Грук, послушай меня! Нам надо вернуться к той пещере! Хватит с нас мрака! Хватит с нас пещер! Надо следовать за светом! Я не могу измениться, и у меня нет идей! Зато моя сила при мне. А сейчас только она и нужна. Нет, мы не знаем, что там находится. Это слишком рискованно. Это шанс. Я готов рискнуть. Знаешь, я хотел зашвырнуть тебя подальше еще когда встретил. Это шутка, надеюсь. Он спасен! Теперь, сын, твоя очередь. А ты туда что, не попадешь? Сначала вы, потом я. Ты молодец. Ну, мать. Ты удивил меня сегодня, дубина. Еще жива! Твоя очередь. Нет, я должна многое тебе сказать. Я должна все исправить, а времени нет. Я исправлю. Помогает. Как назвал? Просится слово «объятие», хоть и не в рифму с Грук, но ты можешь по-другому назвать. Нет, мне нравится «объятие». Я люблю тебя. Я... Мне страшно. Ничего не бойся. Вон он!